Сегодня хочу попробовать сделать первый обзор. Ну, штатива на камеру нету, поэтому немножко будет дрожать. Вот, сегодня приехала лампочка 5-ваттная, которую я заказывал на Алиэкспресс. Вот, холодного цвета. Камера, скажем так, не очень, вообще не очень. Ну, будем пытаться. Вот, это на 12 ватт, сегодня сравню их. Честно говоря, мне показалось, что светят они почти одинаково. Может быть, это немножко... Может быть, 5-ваттная лампочка немножко слабее светит. Сейчас подсвечиваю обычной 40-ваткой. Накаливание. Вот, лампочки цоколь Е27. Сейчас будем пробовать. Так, выкручиваю лампочку обычную. Проверю сразу 5-ваттную лампочку. Вот 40-ваттная. Вот, попробуем. Вот так. На 5 ватт, в принципе, она светит. Где-то примерно... Ну, 40-ваттная, она немножко, она теплого цвета, она, поэтому, наверное, немножко ярче кажется. Синего она дает холодный цвет. Так, пробуем 12-ваттку, сравниваем. Да, даже в плафоне большая. Так, свет. Ну вот, она ярче, но я думаю, что это скорее не из-за того, что она мощнее, а из-за того, что у нее рассеиватель больше, защитный плафон этот. Вот, за счет плафона она немножко ярче. Ну не знаю, я еще сейчас заказал другие лампочки, через пару недель приедут, посмотрим, сравним с ними. Они не такие, тоже диодные, но другие. Спасибо, извините, первый обзор такой маленький, но будем пробовать учиться.